Несмотря на то, что занятия по северной ходьбе групповые, инструктор Людмила Лозинская старается уделить внимание каждому начинающему спортсмену. Индивидуальный подход позволяет исправить ошибки и отработать технику. Валя, шагаем. Ручку. Обратите внимание, как девочки шагают. Так, по диагонали. Начинаю разминку с суставной гимнастики, чтобы люди могли как бы приготовиться к ходьбе. Не просто так идем. Потом у нас подводящие упражнения. И, конечно, занятия заключаю, когда заминкой. Тут идут уже растягивающие упражнения, чтобы ни в одном органе не было зажимов. Александр Тепляков всегда вел здоровый образ жизни, занимался футболом, дзюдо и рукопашным боем. С выходом на пенсию с удовольствием освоил еще один вид спорта. Скандинавская ходьба укрепляет разные группы мышц. Мне врач посоветовал пойти. Буквально с пятого занятия уже легче ходить и все. И тренеру у нас повезло. Людмила Васильевна очень такой душевный человек. Всегда подскажет, всегда это направит на путь истины. Ходьба с палками тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшает иммунитет, помогает восстановить обменные процессы организма, возвращает здоровый сон, бодрость и хорошее настроение. Этот вид спорта укрепляет сосуды, суставы и вообще дает очень хорошую зарядку с утра. Она сейчас передавай, но новый, как говорится. И у меня было защемление вот, очень сильное вот, где-то летом, что ли. И вот она мне очень помогла в этом. Я теперь здоровый мужчина. Занятия в рамках программы «Активное долголетие» проходят в парке Опаренки ежедневно под руководством профессионального инструктора. Как уверяют участники проекта, тренировки помогают не только улучшить физическую форму и получить заряд энергии на долгое время, но также насладиться общением, природой и свежим воздухом. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.